Киви. Те, кто живет в России и в ближайших странах СНГ, знают такую платежную систему. В свое время быстрая и легкая регистрация без какой-либо идентификации личности привела к тому, что Киви стал пристанищем для всех русскоговорящих мошенников. Через эти кошельки выводили деньги, полученные не только путем обмана других интернет-пользователей, но также и заработанные с продажи оружия, запрещенных веществ, услуг наемников и даже особых видео с Даркнета. На тот момент не было никакой необходимости в биткоинах, но времена меняются. Киви ввел новые правила, идентификация теперь обязательная. Но повлияло ли это на оборот незаконных и, возможно, даже кровавых денег в системе Киви? Сегодня вы узнаете, как именно Киви крышует Даркнет и зарабатывает на этом огромные деньги. Слушайте внимательно, будет занимательно. Перед тем, как начать, я быстро добавлю, что в Телеграме появилось два очень крутых канала. Первый – это лично мой проект под названием «Я выживу», где публикуются качественные материалы по выживанию в различных условиях и полезные лайфхаки. Возможно, этот канал когда-то спасет вам жизнь, поэтому очень советую и даже прошу на него подписаться. А второй канал – Prime Legion. Это наши друзья, которые никогда не рекламируют мошенников. Они публикуют схемы заработка и интересные статьи. Такого вы точно еще не видели. Ссылки будут в описании. Итак, Киви. Сам бренд появился в 2007 году и был связан только с сетью терминалов. Потом в меню терминалов появился так называемый личный кабинет, который чуть позже был переименован в Киви кошелек. Киви стал последним крупным российским игроком рынка интернет-денег. После его появления оформилась так называемая «большая тройка» – WebMoney, Яндекс, Киви. В 2011 году интернет-кошелек стал открыто конкурировать с другими платежными системами. Было запрещено пополнение с терминалов Яндекс.Денег и целой кучи других электронных платежек. Его использовали для покупки различных товаров или услуг в интернете, вроде голосов во ВКонтакте, донатов в какие-то браузерные игры, переводы друзьям и так далее. Современный интерфейс, наличие мобильного приложения, а также привязка к мобильнику давала Киви больше плюсов, чем у конкурентов. В итоге компания смогла съесть значительную часть рынка у архаичной по своей сущности конторы для отмывания денег, а именно WebMoney. Сейчас Киви работает в 22 странах мира с оборотом на минуточку больше 50 миллионов долларов в год. Изначально для регистрации в системе всегда требовался только мобильный телефон, номер которого и является номером кошелька в системе. И все, больше никакой информации не требовалось. Именно поэтому за Киви закрепилась репутация отмывочного комбината. В силу особенностей функционирования сети терминалов и кошельков, система стала активно использоваться разными жуликами для отмыва денежных средств, нажитыми преступным путем. Это казино, оружие, вещества, услуги наемников, запрещенные видео и многое другое. Поэтому в российском сегменте Даркнета изначально не особо пользовались биткоином. Всем вполне хватало Киви. Достать левую сим-карту было не проблема, их покупали на любом рынке, регистрировали кошелек и давали номер своему клиенту, который никак не смог бы отследить владельца. По сути, этой анонимности вполне хватало, и деятельность преступников расцветала. Но в какой-то момент Киви начал бороться с этим, или просто делать вид борьбы с преступностью. Во-первых, обязательная идентификация. Казалось бы, все, приехали, не будут же преступники регистрировать кошельки на свои имена. Кто-то из вас скажет, что они могут добывать базы паспортов и фотографий с ними для идентификации. Но дело в том, что фотография не требуется. Поэтому любой преступник может идентифицировать кошелек за считанные минуты. Достать сим-карты не проблема. Часто в команде есть один человек, к примеру, из Украины, где все еще можно спокойно оптом закупить сим-карты в любом интернет-магазине. Никакой привязки личности к номеру телефона. Паспортные данные на граждан РФ преступники берут в любом открытом реестре. Им достаточно просто правильно загуглить. В итоге обязательная идентификация обходится мошенникам очень просто, и они остаются анонимными. После этого все действия Киви стали похожи не на борьбу с преступниками, а на способы выжать с них как можно больше денег. К примеру, Киви ввело несколько функций.
Утечка личных данных через незащищенные точки доступа, нежелательная реклама, а в особенности запреты со стороны государства пользоваться определенными сайтами. Я думаю, вы сталкивались со всеми этими проблемами, и в теории решить их очень просто – воспользоваться VPN. Но что делать, если большинство из них полный отстой? Именно поэтому спонсором сегодняшнего видео стал качественный VPN-сервис Surfshark VPN. Они предоставили мне его для теста, и я впечатлен. Он отличается простотой использования, высокой скоростью, широким функционалом и очень легко устанавливается и работает на неограниченном количестве устройств. С Surfshark вы всегда будете в тренде цифровых развлечений, потому что сможете пользоваться библиотеками Netflix для 15 крупнейших стран, разблокировать контент большинства платформ и при этом совсем не париться о своей анонимности. Этот VPN защищает ваши данные с помощью лучших мер безопасности, используя непробиваемые шифрования и самые надежные VPN-протоколы. И при этом предотвращает утечки IP и DNS и строго придерживается политики отказа от регистрации действий. А по ссылке в описании вас ждет скидка 83% и 3 месяца подписки бесплатно. Просто используйте промокод Flanders. Включение 1% комиссии на вывод. При поступлении на счет нескольких платежей из разных регионов страны активируется процент на любую исходящую транзакцию. Получается, что Киви не интересуется, по какой причине на кошелек приходят деньги с разных регионов. Им не важно, легальные деньги или нет, они закрывают на это глаза, забирая себе 1%. Учитывая оборот денежных средств, это огромные деньги. Следующее – это отмена платежей. Это когда на кошелек барыги прилетает сумма за товар, после этого клиент получает адрес склада, то есть место, где кладмен спрятал незаконные вещества, а через несколько дней со счета кошелька барыги списывается та же сумма. Причем не важно, что именно эти деньги уже давно вывелись. Они просто списывают с кошелька, и все это делается автоматически. Например, у дилера было на кошельке 100 тысяч, и ему прилетело еще 5, в итоге 105. Он вывел 30 тысяч, и у него осталось 75. Вдруг через несколько дней у него не 75, а 70, или даже меньше. Он может жаловаться в поддержку Киви, но на большинство проблем у них один ответ. Берите паспорт и идите в офис Киви, подтверждайте, что вы владеете кошельком. Никто, конечно, не идет, потому что анонимность и свобода дороже этих денег. На этом все и заканчивается. Преступники со всего русскоговорящего даркнета очень долго ломали голову над тем, кто виноват, как избежать. Некоторые даже избивали своих клиентов, думая, что это они их кинули. Но так доподлинно и неизвестно, куда уходят их деньги. Ну а самое интересное дальше. Ограничение исходящих платежей. Способ, которым Киви не только зарабатывает огромные деньги, но и способствует развитию незаконных товаров и услуг в даркнете. Если раньше при подозрительной активности кошелек полностью блокировали, и это было понятно сразу, то покумеков Киви решили сделать хитрее. Да, заблокировав счет сразу после жалоб на него, Киви забирали себе то, что там оставалось. Но что делать, если там не очень много денег? Сейчас, когда служба поддержки видит наркокошелек, они делают следующее. Кошелек продолжает нормально функционировать, авторизовываться, а главное, продолжает принимать платежи. То есть, Киви позволяет людям отдавать свои деньги барыгам и даже мошенникам, зная заранее, что люди либо просто теряют свои деньги, либо понемногу убивают сами себя. Но когда горе-владелец решает вывести денежку, в истории он видит отмененную транзакцию с ошибкой – ограничение исходящих платежей. То есть, все это время преступник, грубо говоря, зарабатывал деньги для Киви. Да, скамеров и барыг нам не жалко, но получается, что Киви наживается не только на их тупости, но и на горе их клиентов и жертв. Каждые полгода, когда Сергей Солонин, основатель и генеральный директор Киви, хочет очередную яхту, как шутят сами барыги, наркодилеры затягивают пояса. В эти дни, которые снятся в кошмарах каждому крупному нелегальному дельцу, Киви маниакально банят практически весь незаконный рынок. Под метлу попадают даже обычные люди. В итоге за считанные дни Киви получает десятки, а то и сотни миллионов рублей. Много людей, которые занимаются продажей вполне безобидных товаров и услуг в интернете, тоже попадают под раздачу и теряют свои деньги. Ситуация крайне непроста. С одной стороны, Киви вроде как и наказывает преступников, забирая их деньги себе, а с другой стороны, позволяет им спокойно заниматься своей незаконной деятельностью. Сейчас объясню. Есть много мошенников, которые принимают относительно небольшие суммы, и ежемесячный доход может составлять пару сотен тысяч. Выводя по 20-30 тысяч каждый день, они уверены в том, что не потеряют
получают все свои деньги. Да что там, они получают практически все, что заработали незаконным путем. А Kiwi, которые могли бы с первых дней банить такие аккаунты, все ждут, когда на счетах начнут собираться суммы покрупнее, чтобы украсть их. В итоге, человека могут кинуть на деньги отчасти из-за того, что мошеннику сделать это слишком просто, а Kiwi этому способствует. На этом практически все. Осталась одна очень важная информация, которая может изменить твою жизнь. Я без угрызения совести порекомендую вам одного человека. Он занимается тем, что сливает различные курсы, причем даже те, которые стоят огромных денег. По этим курсам я учу английский, совершенствую свои навыки в видеомонтаже, а мои знакомые учатся программированию, таргетингу, японскому и немецкому языку. Направлений уйма, и уже слито больше 40 тысяч курсов. Skillbox, Skill Factory, Geekbrain, Udemy, XYZ, Яндекс.Практикум и так далее. Обычно курсы там стоят больших денег и нужно платить за каждый курс отдельно. Иногда суммы доходят и до 100 тысяч за один гребаный курс. А этот парень, очень похожий на меня, сливает все эти курсы и многие другие в один закрытый телеграм-канал, вход в который стоит всего 500 рублей. То есть за доступ ко всей этой огромной базе вы заплатите меньше, чем за один самый дешевый курс на любом сайте. Если что, ссылка на этого человека есть в описании и в закрепленном комментарии. Можете написать ему любое сообщение в Телеграме и получите в ответ всю необходимую информацию, и при желании вам скинут все возможные доказательства. Если что, я отвечаю своей репутацией, я сам пользуюсь этими курсами и доволен как слон. Это поможет как усовершенствовать навыки и найти хобби, так и найти новую престижную работу. Напомню, что ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Ну а теперь все. Хочу напоследок напомнить подписаться на все топовые телеграм-каналы. Я Выживу, Prime Legion, Легальный Даркнет, Flanders News и Flanders 18+. Подборка каналов для избранных любителей настоящего контента. Всем спасибо за просмотр, не забывайте про лайки, комментарии и подписку. Будьте осторожны и не занимайтесь херней, а я ухожу. Ухожу красиво.